На улице Революционной работы ведутся круглосуточно. Жители соседних домов к шуму техники во время дорожного ремонта относятся с терпением и пониманием. Раньше этот участок дороги вызывал нарекания и у ГИБДД, и у простых водителей. Зачастую проехать здесь без последствий было невозможно. Я сама неоднократно прокалывала колесо 2 раза по весне. Вот, как бы, сейчас надеюсь, что эти проблемы уйдут. Мы прям-таки очень рады. Устранением проблем на этом участке занимается немалое количество техники. Асфальтоукладчик, 3 катка, комбинированная дорожная машина и гудронатор. Работы ведутся качественно, подрядчики укладываются в установленные сроки. Все выполняется добросовестно, заявляет представитель контролирующей организации. Сейчас контролируем температуру асфальта, укладываем асфальтобетонные смеси, контролируем очистку поверхности, также розлив вяжущего, контролируем количество техники на объекте. То есть все по нормам, нарушений не обнаружено. В этом году в целом по Самаре выполнено уже больше половины намеченных работ. Выбор участка для ремонта не случайен. Администрация города в первую очередь принимает во внимание обращение общественности, которая занимает активную позицию и не понаслышке знает о качестве дорог в городе. Администрация городского округа Самара прислушивается как к обращениям граждан, так и органов ГИБДД и прокуратуры, в связи с чем было принято решение главы городского округа Самара о выполнении работ по ремонту данного объекта. На Революционной обновят 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на участке от ГАИ до Аэродромной. Проехать по обновленной дороге и не переживать за состояние своих колес самарцы смогут скоро. Работы планируют завершить 28 июля. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.